Обладатели этого имени могут обставить дело таким образом, что противника не заметит, как он жаром отстаивает идею, против которой так горячо выступал в начале спора. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Значение буквы «С» в имени является символом лидера, целеустремленного человека, говорит о неординарной личности, особо одаренной в области точных наук. Владельцы этого имени, в основном практики и трезвые реалисты, испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным, несдержанным и неорганизованным. Рожденные с этим именем становятся бездеятельными спорщиками, оригинальными чудаками или вечными оппозиционерами, бунтарями против всех и вся. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Буква «С» в этом имени дает человеку умение подстраиваться под других людей. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди верят только в то, в чем сами могут удостовериться, что могут пощупать собственными руками. Жадность – наиболее распространенный порок в этом имени. Они способны достигать успеха в коммерческой деятельности, однако из-за непростого характера могут подпортить собственную репутацию. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Они равнодушны к деньгам и не ставят богатство своей целью, однако если оно попадает к ним в руки, они распоряжаются им с удивительной осторожностью. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Из них получаются великолепные политики и ораторы, в дискуссиях им нет равных. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.